Привет, с вами Виконста. Сегодня мы отправляемся на самый колоритный рынок Донецка, это Соловки. Сегодня у нас выходной, поэтому нужно ехать на рынок, ну и немного закупиться домой, и плюс показать вам, поснимать цены, ассортимент. Пройдемся, погуляем. На рынок нужно приезжать пораньше, так как если вы приедете около 9 часов, к большому сожалению, все продукты уже раскупят. Поэтому пораньше встали, чтобы для вас записать контент. Ну и, конечно же, вы уже поставили, я надеюсь, лайк. Для меня будет приятно, но вам это не тяжело. Ну вот и подъезжаем мы на сам рынок. Как видите, места уже заняты, но не все. Вот сейчас одно место. Ранный внедорожник займет. Да, на таком бы на рыбалочку. Так, ну мы поедем дальше искать место. Вот, кстати, трамвайная остановка, куда приезжает транспорт. Так, идем. Сейчас я хочу еще вам показать. Продают здесь рыбок. Рыбный рынок. Маленькие рыбки. Такие вот. Вам мотыть? Не, на рыбалку пока не еду. Да не клюет ничего еще. Видите, маленькие какие рыбки. А это корм, опарыши. Здесь еще рыбки. Хищники. И хомячки. Маленькие-маленькие. Клетки, корма. А вот дойня. На животных посмотрели, теперь сейчас покажем продукты. Народ уже скупляется. Мясо, сало. Здрасте. А есть что-то на шашлык у вас? Вообще нет, все разобрали. А задняя часть тоже ничего нет. Есть, да? Ну давайте, хоть что-то. Да, конечно. Я как раз здесь посмотрю, покажу, что у вас вкусного. А в какую цену сейчас сало? 250. 250? Я думал, рублей по 350. Сейчас специальный сезон. Видели, сало по 250. Шкурка тоненькая-тоненькая. Кусочек знатный. Килограмма полтора где-то сделайте. Угу. Разобрали или уже заказывали? Заказывали заранее. Народа валом. То есть даже если в 6 утра приехал, все равно на шансов мало, да? На что? На шашлык. Шашлык. Ну, заднюю часть хотя бы яблока. Яблоко было заказано 2 недели назад. Серединка есть. Половинку, да? Там 350, да, половинку сделайте. А кровянка в какую цену? 180. А печень? 150. А самое-самое тонкое такое сало? По 40. По 40. Я так пожарить на яичницу. Угу. Много, да? Пусть будет. Спасибо вам большое. Видите, приехал поздно и все мясо разобрали.
курица. А в какую цену курица? 160 рублей килограмм. 160. А яйца? Перепелиные. Видно на этот. На 35. Понял. Курица, кстати, подешевела. По 160 рублей. Было 200. Я не знаю, конечно, с чем это связано. Сезон. Но яйца по 100, 110, 120. Вот так, в зависимости от размера. Барахолка. Это самый колоритный рынок. Здесь есть все. То есть, если вы любите походить, погулять, то это как раз для вас. Кстати, там внизу продают рассаду, саженцы. Максим, а ты еще не понимаешь? И там тоже вещи. Видели, какая большая урна? Вот туда можно сгрузить все, что захочешь. Так, еще сейчас вам покажу цены на овощи. Картошка молодая. Помидоры 150, 200, редиска 175. В общем, рынок здесь большой, ходить можно очень долго. Сейчас хочу пройтись вниз. Там животных продают и рассаду. Садись поглубже. Ух ты, какая очередь. Цветы по 30 рублей. Да, народу много. Они у меня все, так время еще, 8 часов нет. И все мясо разобрали. Вот так вот. Шампура. Видели, какая толщина металла? Это вам не какие-то детские. Это один 120 стоит? Вот они 120, тоненькие. Это а. 200. Эти по 200? Это тройка, полтора ширина, и двойка. Ага. И два ширина. Понял. По 200. Табуреты. Самодельные. Можно потом лаком будет вскрыть. И все. Саженцы. Здесь также корма для животных продаются. Посуда, ключи. Старые советские. Надежные. А сейчас возьмешь ключ. Этот китайский. Он с хром-ванадиума сделан. Но, блин, пару раз болты покрутишь, все. Грани слизываются сразу. Ну, толщина металла и сплав качества совсем другое. Пойдем на рынок животных. Собачки. Малыши. Козочки. Всех заберем, тогда уже будем маленькие. Курицы. Что ты не пришел меня спасать?
Это вообще спит. А не, не спит. Он бдит. На рынок животных посмотрели. Ведра, капуста, редиска. Отруби пшеничные, кому надо, по 275 рублей. 25 килограмм. Смотрите, сколько народа. Толпы. Толпы прут. Баранина. А у вас на шашлык баранина не будет? Думал хоть с баранины сделать. Кстати, баранина по 300 рублей. Это шея. Мед. 250 рублей баночка. Так, ну мы с той стороны зашли, а здесь вышли. Ходить можно до бесконечности. Тут тоже помидоры 160. Это рыба свежая. Пеленгас по 200. Да, 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 Лена. А там можно открыть. Рыба свежайшая. Там еще жабрами шевелит. Сейчас еще зайдем, творога возьмем как раз. И со сметаной чуть-чуть. Так, я у вас в прошлый раз брал, вы со Старобешева, да? Да. А можно мне полкилограмма творога, ага, и сметаны баночку? Так, творога жирного или не жирного? Жирного. Жирного, сейчас делаем. А сметана у меня, баночка у вас своя есть, нет? Нет, пластиковую. Ага. А яйца? Домашние, свежайшие. Все время можно пить. А десяток сколько стоит? 120. 120. И еще два десятка яиц тогда. Вы сами держите или... Сама-сама. У меня две коровки, пять коз. Ух ты. А козье молоко не есть? Есть. Есть, да? Да, есть. Три бутыля. Ну его слабо берут. Я помню, в детстве попил его раз. И не, не, только на заказ. Не понравилось. По литре там, по бутылочку там. Это так, подождите, еще. Быстрее, конечно, коровья. А коровья по 70 литров? Да. 100 рублей полторушка. Но она специфическая. А, да, да. У меня внучок козье молоко. Ага.
сейчас праздники пройдут и яйца начнут дешеветь. Да. Вот что они дорожают? Все подняли цену и на все поднимать. То есть в магазине дорожает? Ничего. Понятно. Вы же не можете поставить ниже рыночной. Домашние, да. Какие крупные, яйца, 20. Да? Нет, спасибо. Нет, спасибо. +200, +200. 590. Возьмите 600. Спасибо большое. Ну, приходите. Спасибо. Скупились немного. Яиц домашних взяли. Ну и так мяска прикупили. Вот так колбаска. У цены, может, процентов на 10 поднялись. Опять-таки, что-то сезонно поднимается, что-то опускается. Поэтому тут никуда не денешься. Есть яйца и по 80, мелкие очень. Есть такие по 90, немного покрупнее, но домашние есть домашние. Кто раз пробовал, тогда, я думаю, запомнит этот вкус. И они кардинально отличаются от магазинных. Сегодня мы побывали на рынке Соловки, показал я вам цены, ассортимент товаров. Если вам понравился этот видеоролик, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно же, пишите комментарии. С вами на канале был Виконста, до новых встреч, пока!